За круглым столом представители полиции, средств массовой информации и администрации Одинцовского округа. За совместную работу руководство ОМВД благодарит окружные СМИ, которые поддерживают имидж российского полицейского. В основном положительный, хотя бывают и критические материалы. И спасибо за критику, потому что, ну, кто не ошибается, тот не работает. Да, спасибо, на какие-то моменты вы указываете. Я вам гарантирую, все эти, скажем так, прорехи, они исследуются, разбираются на молекулы и делаются, соответственно, организационные выводы. В честь Дня прессы от имени начальника управления Алексея Школкина Игорь Лопатин вручил благодарности руководителям средств массовой информации и журналистам. Среди награжденных и коллектив нашего телеканала. Телеканал ОТВ очень тесно взаимодействует с управлением внутренних дел по Одинцовскому городскому округу. Мы проводим совместные профилактические мероприятия, информируем граждан о тех или иных изменениях в законодательстве, нормативных актах, предупреждаем рост и возникновение мошенничества. То есть это большой пласт совместной работы. После торжественной части беседа в неформальной обстановке. О дальнейшем сотрудничестве, взаимодействии, о возникающих проблемах. В любом случае, хотя бы раз в год такая встреча, она очень полезна. Во-первых, мы с коллегами успеваем пообщаться и с руководством, и с представителями пресс-службы, обменяться какой-то информацией. Я считаю, очень полезно. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».